Всем привет, доброе утро, добрый вечер, добрый день. Контрол, продолжение. Алан Вейк, хотя Алана Вейка раз только видели, да почитали по нему чуть-чуть писульки и больше его и нет. Хотел, ребята, я пройти с нашего финского товарища, уборщика DLC, но что-то там маленько запутался, в общем, в одном DLC и, в общем, решил дальше прохождение продолжить. Основной сюжет на линии. Итак, мы находимся где-то здесь. Да, ой, это что такое? Ой. Что такое? Это что за там бардак какой-то, ребята? Там бардак. Мои дорогие. Там явный ба... Ой! Ой! А зачем вы меня? Ой! Ой, снайпер! Ой, снайпер! Ой! Ой! Ой, гранату кинули! Ой, гранату кинули! А чё он? Ну я же его вижу. О. Летающий рейнджер, ребята. Да. Про них я тут недавно читал. Есть такое дело. Ой, хорошо. Так, там где-то снайпер есть. А, там еще рейнджер, да? Да, вижу, вижу его. Ой, себя бы не попасть опять. Ага, ну думаю без меня справятся. Ой, 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 ой. Так, надо помочь. Помочь, снайпера загасить. Отпал. А снайпер-то не отпал, ребята. Так. Вот это вот очень хорошая штука ядреная. Так, только надо уйти, а то я сейчас в себя же опять попаду. Ай, блин, он живой. Ай! Это что? Это была проверка, что там внутри. Оказывается, спускаться вниз было нельзя. Я, как всегда, начудил. Ну ладно, так. Довольно-таки противный товарищ там снайпер. И рейнджеры вроде бы, как бы я их тут это... А почему сюда-то не приходит рейнджер? Да. Где рейнджер? А, вот он. Да. Сейчас сделаем. Так, давай-ка мы, знаешь, что с тобой, братан, поменяем вот эту вот осколочки на вращение. Угу. Ай! Ты что творишь? Подчиняем. Взял стекло, сломал. Вот ты чудил, а. Так. Ладно. Ладно. Где кто? Давай. Так, опять там где-то снайпер. А, вон он там где-то, нет? Ой, ёп! Мощный он. Ага. Ты
О-о-о. Думаю, он уже не оправится от этого. Так. Где кто? Угу, вижу. Ой. Ой. Ой, попал. Ага, увернулся, да? Ой, не увернулся. И еще один. Это хорошо, что я рейнджера вызвал. Блин. Так, работай. Фу. А зачем ты в него стреляешь? Он же мой. А, все. А, еще один. Не сказать, это херня другая. О! Ой, блин. Это какого тут рожна появилась, толстопуза. Ой, да, тут, ребята, вечеринка-то мощная. Я думал, тут так только. Как говорится, чуть-чуть покурим и все, а тут курилка-то, я вам хочу сказать, вообще. Ой, блин! Ай-яй-яй-яй. Вот только рейнджера моего не убивай, пожалуйста. Где он? Вот подлюга, а. Хорошо, что у меня такая штука есть. Сейчас мы вот его закидаем. И все, и хана ему будет по-любому. Тетя мой маленький, видишь, все такое личико невинное. Фух, блин, повезло. Так, ну первый-то раз понятно, я тут сам начудил. Упал куда не надо. Сейчас здесь вроде все. Очухались. Так, и что здесь? Ну, я, в общем, толком-то тут ничего и не посмотрел. Ввиду того, что меня начали сразу гасить, ребятки. Так, тут что у нас? Ага. А, ну тут просто спуски, да, влево-вправо, да? И внизу, и вверху. Ага. Ну, видимо... Ой! Напугал, зараза. А, вот туда надо, да? Угу. Ну, сейчас сходим. Сейчас сходим, подожди, давай здесь наверх пройдемся. Так, тут тоже дверь, да? А, ну да. Да, да. Все по стандарту. Просто здесь этот, как его, вроде как фонарики. А фонарики-то вроде как для чего-то нужны. А вроде ничего и нету, вон, смотрите. Ну и ладно. Нашим легче. Нашим легче. Так. Окей. Вот сюда надо было прыгать. А не туда, куда я прыгнул. О, и рейнджер здесь. Так, да, идем куда надо. Так, теперь поменяем снова оружие. А, вращение на хватку. Потому что... А, ладно, не то я опять взял, но бог с ним. Я осколки хотел поднять, ребята, на осколки. Осколочки не просто так хорошо стреляют в ближнем бою. Ой. Ой. А вот и тьма. Да? Да. Поехали. Джейси, не тупи.
Ай! А, это кнопка. Блин, а я думал, тут какой-то ящик. Ну, бывает, бывает. Директор Фейдер маленько ку-ку. Сами вы ку-ку. Это что там такое стоит? Это что, Хартман? Или что это такое? Похоже на Хартмана, ребят. Только тут везде свет, какого он стоит. Эй. Ты что тут делаешь? Ё-таки... Пидорюга, выключил все. Так, вот свет. Пошел ты нахер. Так, мне нужно на свет, ребята. Блин, злой какой-то, а. Ага, точняк, да. Вот свет. Вот свет. Так. Что здесь такое? Баскетбольное кольцо, это я вижу. Так, гад, присунул же меня уже, а? Так, тут чуть-чуть. Кнопка какая-то. Вот вижу, куда вставлять. Падла ходит там, а? Олень. Ну, бери давай. А, ёптать. Фонарик нужен, что ли? Пошел нахер. Да египетская сила, а. Че он так меня накрывает-то все время этими своими, блин, хернями? А фонарик-то где взять? Долбанный психолог, блин. Так, тут просто свет. О, тут такая же площадка, ребят, смотри. О, тут кнопка есть какая-то. Зато. Чё-то я включил. Чё я включил? Абсолютно непонятно, что произошло. Так, но мне нужен где-то фонарик взять. Где фонарик, где фонарик? Я вот вижу там вот этот, когда я сюда зашел, я его сразу увидел. Но он заточенный. Ай, ай, мистер Хартман, не надо со мной дружить. Я плохая подруга. О! Вот, пойдет за фонарик, нет? Ни хрена это за фонарик не пойдет. Так. Интересно, девки пляшут. Что происходит-то? Не понимаю. А, вон она, штука, все, она выключила. Иди, где он? О, я взял первую штуку, то есть я управлялся светом. Бля, да египетская сила. Так, мистер Хартман. Не надо меня больше кушать. Я не люблю, когда меня кушают. Так, где свет-то? Вон он. Ребят, едем по свету. Едем. Эй, козел этот! Валим!
Валим на гелике. Ай! Блин, потерял. Фу. Вот подлюга. Пошел. Давай свет врубим ему. В жопу прямо ему. На ему, гаду. Так. На еще ему. Так, я эту штуку потерял. Опрометчиво прямо куда не надо было терять. Так, опять куда-то я ее закинул, дырукал. Вон она. Ладно. Сейчас, блин, прям в попе. Да что такое-то, а? Ну почему он меня достает-то все время, а? Ну я не понимаю прям, а. Козел, пошел отсюда. Интересно, как-то его можно отгонять или нет? Да какое управление, если они пошли в баню? О. А, это я тогда помер, то я уже сюда поставил ее, смотрите. Блин, а может надо сюда вот ее? Ну-ка. А! Блин! Так. Ага, все, поставил я. Оба я поставил. Видите, нету. Да, нету. Хорошо. Теперь просто катись, лети, голубка. Да блин, ну... Да что ж такое-то? Почему он не попадает-то все время в меня? Так. И ржет, падла. Так, теперь мне надо еще какой-то один, только вот я не понимаю, где его взять. А, лифт заработал. О, видите, я ж не знал. Как бы свет заработал здесь. Вот как. Вот, надо было вот как, ребята, делать. Ха-ха-ха. Включим свет. Козел, вали отсюда. Ха. Мы его выгнали. Неприятный человек забрал верхнюю голову. Новая миссия. Ой. Нифига себе. Вот это да. Вот это да, ребятки. Так. Погодите. Да. Ой. Так. Ящичек. Блин, ну попотел я, ребят, попотел. Он меня прям вообще тут что-то взбесил так этот мистер Хартман. О, это нам нужно, нет вообще? Давайте возьмем на всякий пожарный. Пошла на баню. Так, у меня же там... А, это все-таки, значит, была обманка. И какая-то или что это? Вот почему сюда-то вот она еще показывает, что надо? Непонятно, да? Иди отсюда. Так, что здесь еще есть? Давайте глянем. Фух. Так, ну это переключение светом. Тут ничего интересного. Так, тут мы вроде как бы бегали, прыгали с мистером Хартманом. Ну, вроде тут ничего такого интересного нет. Ладно. Ну, конечно, у меня... Всю плешь съел. О, зато, ребята, смотрите, что тут. НАСА. Круто. Вообще, местечок, да? Так, а что там у нас про миссию-то? Я так что-то не понял. Еще какая-то отдельная миссия, что ли? Так, это я выполняю. Неприятный человек забрал верхнюю голову. Так, понял. Только тут непонятно, почему все-таки...
Так, это что такое? А, это сервак какой-то. Все-таки просто, видимо, это была обманка. Я на нее велся. Надо было просто тупо включить и все. И все было бы шикардозно. Так, где мы? Активные расследования. Видимо, туда. Ну, понял. Ладно. Это, видимо, куда-то сюда. Да? Или нет? Ну-ка глянем. О, вот зачем фонарик-то был нужен. Который я успешно и профукал. Ха-ха. Что, появился он? Нет, но снова. Нет. Где фонарик? Вот он. Давайте просто тогда дойдем до туда. Посмотрим, что там. Оч. Разойдись, тьма. Уступи свету белому. Давай, уходи, тьма. Свет белый идет. Ой, а тут что? О, как. Сломал я, да? Проход. Опа. Это я куда спустился? А, вот сюда, да? Тут что у нас? Пипи какая есть там? Что? Так, ничего нету, ладно. Так, а в другом пипи какая? О, я тут был. Я тут был, ребята. Ой. Да. Бумс-барабумс. Так. Видимо, какое-то что-то здесь будет, что-то конкретное. Ну. Давайте вернемся, что уж тогда. Чтоб понимать, что там будет. Активное какое-то расследование. Вернуться. Активное расследование. Третий вид. А, ну это мы все Хартмана гоняем. Ну вот я понял. Тыдыщ, приехали. Ой. Да. Сюда. Угу. О, здорово. Ага, сбежал. Все понял. Там финальная битва будет. Угу. Да ты заколебал уже свой... Несешь все. Угу, понял. Ну что, ребята, видимо, остался нам финальный бой, и все. Ну тогда как раз-таки, раз финальный бой, то можно до финала-то как бы что-то и поделать, да? Повыполнять, допустим, все вот эти допники, которые я и говорил. Так, как сюда попасть? Это что такое? А, это вернуться назад, да? Ага. Ну все, ладно, ребят, тогда увидимся в следующий раз при прохождении доп-миссии. Ну а всем спасибо, что смотрели. Удачи всем. Здоровья самое главное. Ну и надеюсь, что вы еще будете дальше смотреть наш канал. У нас будет много новинок в ближайшее время. Ну самая новинка — это Marvel's Avengers. Мстители Marvel, да, уже... На нашем канале, может, кто-то уже посмотрел эту премьеру. Вот. Ну и будем проходить то, что еще не допроходили. В том числе и самурайчика нашего. Ну и последний костер, и все в таком же духе. Спасибо, ребята, за просмотры. Спасибо за свои лайки, за комментарии. Увидимся на нашем канале. До свидос.